Подорожание топлива в России – лишь вопрос времени. В 2016 году главным образом на экономику страны влияет кризис и усиление напряжения в социуме. Именно результатом этих событий станет рост цены на бензин в 2016 году в нашей стране. Разумеется, это понесет за собой подорожание остальных тарифов, как и цен на товары широкого потребления. Ведь все взаимосвязано. Почему же прогноз неутешителен? Уже за последние два года наблюдаются скачки цен, причем в таком диапазоне, который может заметно повлиять на другие экономические показатели. Изначально, когда выросла цена на бензин, это сильно ударило по финансовому положению автомобилистов. Затем повысились и цены на продукты питания, что коснулось уже всего населения России. Аналитики утверждают, что тенденция к увеличению цен будет только усиливать массовое недовольство, отчего ситуация пока будет оставаться довольно неутешительной. Анализ стоимости бензина показывает, что в текущем году рост остановится на показателе в 5-6%. Многим известен тот факт, что на данный момент в стране происходит переход на бензин Евро-4 и осуществляется выход из употребления топлива третьего класса. Таким образом, правительство предполагает, что цены на топливо четвертого класса в 2016 году останутся на уровне прошлого года, но на высококлассный бензин пятого уровня в течение этого года цена вырастет значительно от 11 до 20%. Эксперты говорят о том, что, несомненно, следует ожидать общественного резонанса. Цены будут расти параллельно с акцизами, рост которых будет неизбежен, потому как это является необходимой мерой для пополнения бюджета дорожного фонда. Также в 2016 году пройдет увеличение налогов на добычу полезных минералов и экспортной вывозной пошлины на нефтяные и производственные. Все это прямо влияет на стоимость топлива. Но некоторые эксперты все же утверждают, что эти меры не решат всех проблем. Что касается дизельного топлива, то на ближайшие два года появление дополнительных ставок не ожидается. Повышение произойдет планомерно. Тем не менее, дизельное топливо высокого качества подорожает в среднем на 14% по отношению к его ценам в 2015 году. Таким образом, рост цены в среднем будет составлять 2-3 рубля за 1 литр. Ожидается, что уже к весне бензин подорожает приблизительно до 40 рублей за литр.